А сейчас об этих и других событиях более подробно. С 1 января 2025 года на ремонт закрывается Северный мост. ПАО ММК совместно с администрацией города разработали ряд мероприятий, призванных обеспечить доставку работников комбината на работу и с работы, а также движение личного и городского транспорта в новых условиях. Будет организовано движение дополнительного городского общественного транспорта. Трамвайные маршруты, проходящие по Северному мосту, на время ремонтных работ будут перенаправлены до северного блока цехов по следующим маршрутам. Маршруты номер 9, 13, 14 и 15 через Южный переход. Маршрут номер 27 через Казачью переправу. Маршрут номер 12 через Центральный переход. Кроме того, будет организовано челночное движение двух автобусов по маршруту «Остановка товарная, остановка ККЦ». Ожидается, что в связи с закрытием Северного моста трафик движения по улице Кирова возрастет более чем на треть. Для увеличения пропускной способности автомобильной дороги на участке от улицы Профсоюзная до Кирова 70 ведутся работы по расширению проезжей части до 4 полос. Данные работы будут завершены 20 октября 2024 года. С 1 ноября 2024 на весь период закрытия движения по Северному мосту будет организовано челночное движение автобусов по территории ПАО ММК. Работники комбината будут перевозиться на автобусах по следующим внутренним маршрутам. КПП номер 5, ЛПЦ-10, АБК ЛПЦ-11, ОСК, АБК ККЦ. КПП номер 5, АТУЦ-П1, ЛПЦ-3. И КПП 5, огнеупорка, ПРОВы цех, участок номер 1. Также для обеспечения дополнительными парковочными местами работников группы ПАО ММК и посетителей на время ремонта Северного перехода и в последующем на постоянной основе запланировано размещение автомобильной парковки на 3600 машин, парковка, открытие которой планируется до конца текущего года, разместится на территории ПАО ММК севернее Центрального перехода и будет востребована работниками ЛПЦ-11, ЛПЦ-10, ККЦ, энергоцеха, ОСК и других структурных подразделений ПАО ММК и организаций, расположенных в районе между Центральным и Северным переходами. Парковка будет функционировать без взимания платы. На территории парковки запланировано устройство наружного освещения и видеонаблюдения. Для удобства перемещения персонала будет выполнено новое пешеходное КПП, через которое работники по благоустроенному пешеходному маршруту смогут попасть на свои рабочие места.